Калийная соль – это мелкий порошок с кристаллической текстурой, в котором содержится до 40% кария. За счет содержания в своем составе небольшого количества хлора, эта смесь не подходит для внесения в весенний и летний период. Зато перед зимовкой, когда растение готовится к состоянию покоя, калиевая соль будет идеальной подкормкой для комнатных растений. Среди массы ее свойств стоит выделить способность помогать растению накапливать в течение зимы полезные вещества, укреплять корневую систему и формировать основу для цветения в будущем. Калиевая соль стоит копейки и при этом является очень мощным удобрением, которое будет ничем не хуже любых других. При этом вносить его можно в комбинации с другими подкормками. Для приготовления удобрения необходимо чайную ложку калийной соли развести на пол-литра теплой воды, размешать до полного растворения и в начале-середине ноября можно вносить его под все цветы два раза с интервалом в один месяц. После января месяца вносить удобрение уже не стоит, так как в скором времени растение уже будет просыпаться, а избыток хлора ничего хорошего ему не принесет. Цветение на следующий год после такого удобрения будет максимально ярким, пышным и долгим, так как цветы успеют накопить много калия для прохождения всех процедур созревания и роста. А если вносить калийную соль вы не хотите или у вас нет возможности, можете в зиму зарядить горшок с цветком древесной золой, сушеной банановой кожурой и другими натуральными калийно-фосфорными удобрениями. В зиму это то, что доктор прописал.